Задача 447. Найти круговую частоту малых колебаний тонкого однородного стержня массы М и длины L. Вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку О. Жесткость пружины X. Ее масса пренебрежимо мала, в положении равновесия стержень вертикальный. Если стержень отклоняется на очень малый угол альфа относительно положения равновесия, то на него действует возвращающий вращающий момент силы тяжести, равный минус mg пополам. Так как альфа очень маленький, у нас выпишется. Возвращающий момент силы напряжения пружины у нас будет равен. И так как альфа маленькая, запишется. Момент инерции стержня относительно точки подвеса будет равен. Тут если посчитать, получится 1/3 m в квадрате. Уравнение колебаний. Ставим все в одно уравнение, тогда получится. Получили уравнение гармонических колебаний с угловой частотой. Это будет ответом.